Бюджет городского округа на 2016 и плановые периоды 2017-2018 годов принят. Таков основной итог последнего в уходящем году заседания городской думы, которое состоялось 24 декабря. Всего депутаты рассмотрели 19 вопросов, приняв за основу работы предложенный проект повестки дня. Далее подробнее. Первые 4 вопроса повестки дня последнего в уходящем году декабрьского заседания Думы городского округа были посвящены бюджету. Депутатам предстояло окончательно утвердить городской бюджет на предстоящий 2016 год и плановый период до 2018 года. Предварительно главный финансовый документ прошел обсуждение в думских комитетах и на публичных слушаниях. Доклад по теме представил начальник финансового управления Михаил Бревнов, который озвучил основные положения доходной и расходной частей бюджета. Доходная часть бюджета составит 852 миллиона 138 460 рублей. Соответственно, расходная часть с сохранением дефицита 7 миллионов 360 тысяч рублей составит 859 миллионов 498 тысяч 460 рублей. Значит, однако, с учетом поправок, принятых на публичных слушаниях, с учетом поправок, которые принимались на бюджетной комиссии, расходная часть будет больше, в зависимости от тех поправок, которые вы примете либо не примете вот сейчас на заседании Думы. При этом изменится и дефицит бюджета. Должен значит, сказать, что максимально допустимый расчетный дефицит, рассчитанный в соответствии с положением бюджетного кодекса, может составить 21 миллион 680 тысяч. При этом социальная направленность – неизменная составляющая бюджета. Большую часть денег потратят на образование, социально-культурную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе на содержание и ремонт муниципальных дорог. Однако реальные цифры бюджета будущего таковы, что придется отказаться от некоторых затрат. Предлагается к сокращению ряд инвестиционных программ. Это строительство спортивной площадки 12 миллионов рублей, программа восстановления брошенного временного жилья, это Усатого 3, 4 миллиона рублей, полигон ТБО, общая сумма там 3 миллиона, и кладбище, общая сумма 5 миллионов. Также администрации предлагается ассигнование, выделенное на исполнение судебных решений в размере 50 миллионов 540 тысяч рублей, распределить в равных долях по 25 миллионов 270 тысяч рублей на исполнение решений в денежной форме и аналогичная сумма на исполнение решений капитального ремонта многоквартирных домов. После короткого обсуждения предложенный проект бюджета с утвержденными поправками был принят депутатами практически единогласно, при одном голосе против и двух воздержавшихся. Кроме изменения и принятия бюджета, депутаты рассмотрели и предложения по изменению структуры городской администрации с целью оптимизации и экономии бюджетных средств. Речь шла об объединении 3 структурных подразделений муниципалитета – отдела архитектуры и градостроительства, управления единого заказчика и отдела жизнеобеспечения. Новое управление предложено возглавить первому заместителю главы администрации Александру Штоббе. Здесь у нас получается все вопросы, начиная от проектирования и строительства и дальнейшей эксплуатации, остаются в одних руках. И в этой ситуации принятие решения, принятие, скажем так, оптимизация и в то же самое время продуманность вопроса будет выше. Почему? Потому что у нас весь цикл, начиная от проектирования до эксплуатации, он у нас получается в одних руках. У нас убираются все бюрократические проволочки между структурными подразделениями, все работают на один результат. Серьезный блок вопросов касался деятельности в сфере муниципального имущества. Так, начальник управления муниципальной собственностью Наталья Градзиевская предложила внести изменения в порядок определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Данный вопрос внесен в связи с тем, что на территории Приморского края с 1 января 2016 года изменяется кадастровая стоимость земельных участков. Она существенно где-то повышается, где-то понижается. Поэтому, чтобы не ставить наших арендаторов в зависимое положение от большого скачка арендной платы, нами проведена работа по выравниванию арендной платы, которая сохраняется на прежнем уровне или незначительно повышается, несколько рублей. Предложения, связанные с управлением муниципальным имуществом, народные избранники поддержали большинством голосов. Остальные документы были приняты в целях уточнения и приведения нормативных правовых актов города в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. Всего депутаты рассмотрели на заключительном заседании Думы 19 вопросов.